Па-бам! Друзья, всем привет! С днем влюбленных! Любите друг друга, уважайте, уступайте, прощайте, где там глаз прикрывайте, доверяйте. Самое главное, будьте счастливы. А что, все закрыто? Мы пришли в ресторан, тут возле дома китайский, кушать суши. Чао, Давид! Ты куда идешь? Откройте, суши. Ждем Нану. Мы сегодня с Алиной и с Виталиком. Бона! Да, супер. Давидушка кушает рис с креветочками. Бона! Улыбочку. Обстановка по кайфу. Мы с тобою кайфуем. Какая вкусняшка. Давай, дари Нане. Нана, с днем влюбленных. Тёмку, дай. Дай Тёмку, Нане. А маме? Это маме. Спасибо. А мне, говорит. На, это тебе. Круто. С праздничком, с днем влюбленных. С днем влюбленных. Будьте здоровы, счастливы, любовь. Любимые. Самое главное. Уже до 50. У Дэвида десерт уже, жареное мороженое. Так классно, посидели, покушали, пообщались. Надо чаще выходить. Кстати, полный зал, полный зал. Так холодно, мы уже идем домой. Покушали, в принципе, нормально. Просто сегодня на обед цена была, как вечером, 23 евро. Это только еда. А плюс выпивка, это все отдельно. И нам вышло по 35 человека. Это дофига покушать за 35 евро на обед, еще 11 евро ребенок. Представляете, мы до сих пор никогда за Дэвида не платили, а сегодня 11 евро ребенок. Короче, как-то дофига. 35 евро на обед. И не принесли нам все, что мы заказывали. Но полный зал был. Видимо, они не успевали, как-то хрен их знает. Ну, нормально. Зато вышли, пообщались, покушали, провели время вместе. Надо выходить чаще, знаете, как денег никогда не хватает, а нужно и жить, радоваться жизни, чувствовать, что ты живешь, а нет, только дом, работа, так что выходите, развлекайтесь, отдыхайте, сейчас идем домой уже отдыхать, вроде такое солнышко, но солнышко с зубами, прохладненько, дай ручку, дай. Ты вкусненько покушал? Да. Тебе все понравилось? Да. И мороженое? Ты любишь в ресторан ходить? Шайвайк. Ты любишь в ресторан ходить, да? Еще бы. Говорится, жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Снимаю как-то в последнее время, я редко, что-то не знаю почему. Не успеваю, не получается. Но Леночка есть, не забывайте за Леночку, молдаваночку. Всем темики, переключимся. Рафаэлу вкус любви. Любите рафаэлки? Рафаэлки, кстати, очень вкусные, нежные конфетки. Такой красивый презентик. Нане Алине было приятно, и маме Лене приятно. Сегодня уже понедельник, день тяжелый, товарищи. Сегодня праздник, кстати, православный, мы ничего такого не делаем. Мы ждем заказ Амазона, палатку мы Дэвиду заказали. Сейчас приедет палатка, и мы вам покажем. А пока полакомимся Рафаэлкой. А вот и наш заказ Амазона. Палатка и скамеечка, сейчас я покажу ванну. Будем ставить палатку вот тут возле батута, сейчас уберем игрушки, не знаю, куда эти игрушки будем выносить, но, блин, уже полная хата. Ты довольный? Довольный. Сейчас соберем палатку, если у нас получится. Да, сейчас посмотрим, да. Вот и наша палатка, классно, имеет сумку, можно брать с собой. Сейчас постараемся сами с тобой ее собрать, да, малыш? Счастливый ребенок, боже, боже, что еще надо ребенку? А тут такая скамеечка в ванну, чтоб чистил зубки Давидка и доставал. А ну давай,
Вставай ножками. Вот так. Вставай ножками. Вот так круто. Вот, видишь, как круто. Теперь ты достаешь чистить зубки. Это скамеечка с той же серии, как у нас ванночка. Вот. У нас точно такая же ванночка. Это с Икея. Ванночка и ступенька, эта скамеечка. Да, потом, потом, да. Идем, идем собирать палатку. Пошли. Вау, мы в домике. Круто. Сейчас постелим тебе пледик. Нравится домик? Говорит, иди, иди отсюда, будто большая. Говорит, классно, тут окошки вот открываются. Тут специальная сеточка, чтобы ребенок дышал, не было жарко. И с этой стороны еще одно окошко. Вот. Сейчас покажу с улицы. Говорит, иди отсюда, ты большая. Толкает меня, подожди, Давид. Толкает меня. Ой, я застряла в проходе. Ой, не могу. Подожди. Вот это домик. Вот это я понимаю хата. Круто, малыш. Только куда вот эти все игрушки убирать? Фу, я ж запыхалась. Взял планшет себе. Круто! Ку-ку, я открыла ему окошки. Чао, Давид! Классно, вот с двух сторон есть окошки. Давид! Ку-ку, ты есть тут? Единственное, что вот эти штучки чуть-чуть вот тут как будто зацепочка есть. Вот, а так все классно. Ку-ку! Ку-ку! 40 евро, кстати, стоил вот этот домик. Ку-ку! Ку-ку! Вообще классно. Мама Лена довольна, а Давид какой довольный. То, что вот, уже негде пройти, я не знаю, куда эти игрушки сейчас убирать. Но главное, что ребенок счастливый, это самое главное. Так что вот у нас такая покупочка для Дэва. Новая. Классно. Ты довольный? Я довольный. Классно, это самое главное. Это самое главное, что ты довольный.